сотрудниками нашего управления совместно со следственным управлением выявлена и задокументирована преступная деятельность группы лиц, которая на протяжении года занималась подбором девушек, вербовкой, их с последующей сексуальной эксплуатацией в центре города Днепропетровска. Вербовку осуществляли путем использования интернет-ресурсов, объявления на работу, о приеме на работу в качестве администратора, либо предоставление жилья студенткам с последующим трудоустройством. Час предоставления интимных услуг стоил 1000 гривен, 50% оставляла себе девушка, 50% забирали себе сутенера. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Вкройте в закон о тюрьмных постах что-нибудь из того, что я перечислил, что имеет отношение к делу. Здесь, в этом помещении, есть? Желательно что-то? Да, есть телефон.